предлагает назначить исполняющим полномочия главы Назаровского района здесь 9 октября 2021 года Мельничук Наталью Юрьевну, заместителя главы района, руководителя финансового управления администрации Назаровского района. Какие будут предложения? Можно мне несколько слов? Да. Предложение было в том числе, да, главы района. Наталья Юрьевна работает в органах местного самоуправления Назаровского района 10 лет, поэтому у нас постоянно так, по крайней мере, за этих 3 года складывалось, что полномочия исполнены либо зам по жизнедеятельности, либо зам по финансам. Поэтому я считаю, у Натальи Юрьевны достаточный опыт для того, чтобы до момента избрания главы исполнять полномочия, чтобы все держать на контроле. У нас важная сейчас работа, да, предстоит и у депутата в том числе, это принятие бюджета, у администрации это формирование бюджета. Я думаю, все получится. Наталья Юрьевна, имея такой огромный опыт, сможет до момента избрания нового главы исполнять полномочия. Полномочия в полном объеме. Вот это хотелось бы сказать. Опыт большой, огромный, поэтому было такое предложение. Спасибо, Галина Владимировна. Есть какие-то предложения? Если нет предложений, прошу голосовать. Кто за принятие о назначении исполняющей полномочия главы Назаровского района? Против? Воздержались? Спасибо.